Здравствуйте. Здравствуйте, я пришел сниматься на Утро ТВ. Меня пригласили вот в Утро ТВ. А можно, ну, я хочу посниматься, мы театр, импровизация, мы хотели бы сыграть спектакль. Утро ТВ? Нет такой передачи. Не, ну как же нет, ну вот же у вас тут камеры. Вот. Какое утро? Люди там. Утро давно вот, уже нет. Чехов. О, господи, у него там какой-то, прямо в мужичок, что-то вставлено. Ну вот, Утро ТВ же написано, Утро ТВ, вот человек вот со светильным прибором идет. Ну что вы говорите, вы утро не существует, ну, в принципе утро не существует, у нас только ночь, у нас только вечер, утро не существует, это придумали трубадуры в 11 веке. Как утро не существует? Не существует утро. Я же утром просыпаюсь. Есть вечер, ночь и все. Нет утра. Нет, подождите, а программа Утро ТВ, она выходит? Это придумали давно, это неправда. Нет, это как неправда? Нет, подождите, как неправда? Я просыпаюсь утром, включаю передачу, ведущая, блондинка, симпатичная, чулки в сеточку, оранжевый тон, потрясающие глаза такие на взлет, вот эти брови. А у меня микрофончик торчит из головного мозга. Прямо из головы торчит микрофончик. Да. Ну что? Вы дадите мне сыграть? Сыграть утро, потому что его не существует, его надо играть. Надо сыграть воды и сыграть. А, давайте, конечно. Можете сыграть девушку, с которой я просыпаюсь? Я не знаю, в чан с амфетамином их, возможно, уронили в детстве. У нас нет, мы просто импровизируем. Давайте. Я так люблю тебя, я так сказал. Я так тебя люблю. Я так счастлив, что ты вчера с этой тусовки дурацкой, Паш, поехала ко мне. Мы будем с тобой заводить детей? Или нет, нет. Будем жить для себя. Мне так нравится. Я пахнут твои руки, они пахнут огуречным лосьоном. Я тут такие вообще откровения произношу, Рома. Ты снимаешь? Еще раз про руки пахнут. Твои руки пахнут огуречным лосьоном. Я когда дэнсил, я почувствовал вот этот запах огуречного лосьона у меня. Я подошел к тебе. Это коньяк. И я так волновался, что я сказал только... Потому что я не мог вымолвить ни слова. Я был просто взбудоражен от твоей красоты. Вся кровь отлила у меня. От языкового аппарата. Вся кровь от языкового аппарата отлила куда-то вниз живота. Пока он тут я жутко. Да, мы можем пообщаться, конечно. Я хотел, я мечтал о тебе. Я хотел проснуться с тобой утром. Давайте,